Приветствую всех любителей го России. Мы сегодня на границе Томской и Новосибирской областей. Это река Обь и город Александра Кравцова, который называется Руян. Не Александра Кравцова, это наш город, который называется Руян город. Который называется Руян. Вообще, здравствуйте, Александр. Сегодня у нас знаменательное событие. Только что открыт памятник Юрию Алексеевичу Гагарину вот здесь, на берегу Оби, в городе Руян. Александр, вот любители го России сейчас вот смотрят и думают, что это вот просто нереально, да? И вот вообще вот, вот хоть же легенда о том, что вы лично играете в го, это правда? Это правда, и я познакомился в го и с Игорем 4-4,5 года назад, но интенсивно пытаюсь заниматься последние полгода. И могу сказать, что там в лесу у нас есть труп, там есть комплект, и даже... Мы вчера с Ириной, которая ученик мастера, сыграли партию. Она выиграла по разным подсчетам. 18 очков, если считать Но мы будем развиваться в этом отношении. А что касается того, что мы здесь делаем, мы пытаемся эффективно осваивать территорию. И территорию Сибири, и территорию России, и... Следите за событиями. Спасибо. Ну, для го, просто я сейчас скажу два слова, что для го очень важна закладка камней, строительство крепостей, городов, поэтому мы за этой темой будем очень тщательно следить. Это тема, которая превращает го в стратегическое го. Александр, еще раз поздравляю вас и закладкой памятника, и закладкой города. Спасибо. И мы будем за ваши действия и помогать. Игра практически закончена. Думаю, черное. И есть две возможности. Первая возможность. Либо сейчас закрыть вот здесь. Что надо сделать за белых ворот? Заберу вот это. Не можете забрать. Это неприступная башня. Если черный закрылся здесь, то вам лучше всего закрыться вот здесь. Это, да. И тогда все. И мы можем подсчитывать очки. Я покажу, как они считаются. Есть вторая возможность. Это если... черные хотят драться, они могут продолжать сражение. Если разрежут вот здесь, что вы тогда будете делать? Закрою. Если вы закроете здесь, то ваш камень съедят. Да, вам сражаться нужно. Сюда. Сражаться, если вы ваш камень тогда съедят. Если вы сюда, то ваш камень съедят вот так. А я съем их так. Нет, уже ничего. Уже будет трудно. Ну, можете так. Давайте так закроем. Ну, хорошо. Как вы будете? Значит, вас ели. Стоп, давайте еще раз. Во-первых, давайте поменяемся пленником. Больше как барби, да. Так, это все живые, да, были? Да. Это были черные? Нет. Давайте, может, поменяемся? Нам не хватает. Пять. Сюда. Сюда. Женя, что вы будете делать? Скажите, закрываться или резать? Отвечайте. Любой ваш ответ. Так. Влажность. Да? Женя, съедайте камни ворвать. Даже если их мяч, как можно довести из Новосибирска. Съедайте, имейте право, да. И забирайте сюда. Варвара. Дальше. Я все понял, такие замучили. Женя. Первый день, когда все еще задрые полностью. И когда народу много, которых еще не эвакуировали. Да, да, да. А эти уже, видимо, старшие. Вам нужно закрыться вот тут. Да. Если вы здесь не закроетесь, то, да, то вот таким способом, как уже белый нам показал, закрывать. Видите, разрезание привело вас к успеху. Вы смогли пролезть. Отрывать себе еще здесь одну очку, и это уже тоже стало очком. Вот теперь больше нету таких действий, которые бы приводили к какому-то результату. Если черный будет ставить сюда, то весь будет здесь жёлтый уничтожать. Если белый будут там, то соответственно. Вот на этом партия считается сыгранной. Предлагаю прочитать ее по японским правилам. По японским правилам снимаются пленные камни. Короче, снимайте. Больше пленных камней нет. Теперь пленники возвращаются на историческую родину. Нужно брать белых, вот вы берете белых, и в дырочки их заводите. Вот. Да, во все дырочки белых, чтобы уменьшить белым территорию. А вы заводите черных. Короче, они так же черных. Да, есть видео, как они. И мы посмотрим,
сжигает. Когда они веревочку протянули, подошли, и, конечно, без стрельбы. И, короче, его спалили. Короче, 8 часов. То есть, вот этикетом ГОСТ специально описывается, что вот тут вот руками нельзя сталкиваться, нужно подождать, пока человек слазит к тебе, выждать момент, когда руки уйдут, и тогда полезть к нему. Все это описывается. Так, отлично. Осталась одна дырочка. Вот эти нужно сдвинуть так, чтобы не трогать границу. Да, то есть тронуть границу это нельзя. Итак, здесь 9, здесь 1. Разница 8. Вот мы закончили игру. И посчитали ее по японским правилам, где считаются только окруженные перекрестки, ставшие владением. А по-китайски? По-китайски мы бы считали оставшиеся. Просто не можно еще взять эпилент? И камни, а где то есть просто, там? Просто за границей мы бы посчитали все пересечения. Мы бы считали сначала это и камни. Да, берите. И все это в одну цифру? Да, все это в одну цифру, искали бы разницу. Получается, ты, Варя, выбрал. Да. Да, 8 очков, если не считать платы за первую руку. Вот. То есть на соревнованиях вводится еще такая плата. За руку. Да, первым. Угу. А как это? Это вопрос договоренности. Угу. Это вопрос договоренности. Вопрос соревнований. В данном случае мы не считаем. Мы считаем как древность. Древность не считали. Еще в прошлом веке не считали. Угу. Я считаю, это более даже правильно. Ну вот вы сыграли, теперь можете друг другу поклониться ритуально. А если? На этом игра. Окружает, пока мы это делаем. Вот, даже если бы не играли, просто пили. Смотри, вот у него только больше. Здесь даже нету. Здесь вот он даже здесь не забыл. Где у него даже нету? У нас тут. У нас граница. Мне кажется... У него вот где граница? Ну да, мы снаружи не сидим. Саша Кравцова, не нужны границы. Нам надо... Я поняла, предотвратить, чтобы он окружил нас. Это значит, нам надо закрыть вот как-то линию типа обороны. Смотри, здесь у нас все нормально. Здесь мы более-менее. А вот здесь, смотри, я сейчас что-то вот здесь думаю. Нет, а надо сделать так, чтобы он нас не окружил. Вот как он может сейчас нас окружить? Чем он? Вот этой же окружит. Чем? Одним камнем не окружил. Вот именно. Да, ну тогда давайте прирежем эту часть к нам. Прирежем, присоединим Аляску. Присоединим. Нет, я считаю, надо поставить сюда. И тогда... Мы ставим. Женская логика. Интуиция скорее. Одним камнем прирежем. Подождите, лучше мы отдадим один. А мы закроем, и вот здесь этих всех мы закрыли, нет? Нет. Да. А, во-первых, вот это вам сейчас убьет нам. Подожди, лучше мы отдадим одного, это как турецкий гамбит. Лучше отдать одного, чем потерять целую армию. Ну, а что тебе? Тоже ничего, поэтому надо... Почему мы вот сюда поставим, если он продолжит дальше, а он здесь закроет? А мы сюда поставим, мы сберем. Подожди, этого можно отдать. И забрать больше, правильно? Так, а у него будет здесь. Хорошо, лазутчик. Или он, да, нет, надо быстрее. Наталья! Давайте защитим. Ставь сюда. Здесь разница. Ага, я говорю, одним камнем. 1+1 уже много. Ну-ка, он окружает нас вот так. Ага, вот так. Подожди, Варчик, не спеши. Ну вот здесь, давайте. Ну подожди, он сюда сейчас. И вот у него закрыто все. У него, да, он вот отсюда, он вот так может нас сейчас закрыть. Ну даже, что вылавливать. Как мы можем? Даже глубоко, это вот. Ну, туда не ставить, давайте здесь. Поймаем голову. Вон угол надо. Но я все тут есть. Ну, он же сюда не может? Ну, можно потом съесть вот эту, и тогда... Нет, он почему он не может? Он может, потому что они через здесь дышат. Они же здесь не закрыты. Прицеп для лодки. 5 человек команды, которые это будут делать. Если мы здесь начнем, нужно будет на Сашу Корцове проверять. Что на Сашу? На Сашу Корцове, в вашу команду проверять. Давайте, хорошо. Свежеиспеченных булочек в команду. Вы еще не выйдете. Скоро. Не матрас. Видишь, он замахнул.